22-й год в республике объявлен годом известных выходцев из Чувашии, выдающихся земляков. Такое решение принято на заседании общественного совета при главе Чувашии и по итогам голосования в социальных сетях, которое прошло в августе. Год выдающихся земляков станет логическим продолжением года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии. Вспоминая об известных людях, которые прославили Чувашию в разные исторические периоды, добивались высот в различных отраслях и сферах, закрепится линия памяти о наших предках. Отметят и тех, кто вносит вклад в развитие Чувашии сегодня. Еще сильнее сплотит вокруг имен наших великих уроженцев представителей всех здоровых сил, заинтересованных в том, чтобы наша родная Чувашия процветала. Ведь у нас столько имен. На этом же заседании обсудили и развитие кластерных инициатив в республике. Сейчас в Чувашии 3 промышленных объединения производства электротехники, дверей и пищевого оборудования. В этом сентябре правительство Чувашии планирует создать еще один кластер высокотехнологичного пищевого оборудования. Работа по кластерному типу – это укрепление связи между предприятиями, возможность получения финансовой поддержки на развитие, повышение конкурентоспособности продукции. В такие союзы в Чувашии планируют объединиться и переработчики сельхозпродукции, и станкостроители, и предприятия машиностроения. Помимо соединения, еще есть вопрос выявления инвестиционных ниш и целевой поддержки по созданию там, соответственно, нужных для функционирования кластера производственных площадок. Вот, в принципе, на мой взгляд, мы на это должны быть ориентированы.